Всем привет! У меня к вам несколько вопросов, прежде чем мы погрузимся в сегодняшний суперстих. Вы готовы? Да! Поехали! Прекрасно! Если вы скажете своим родителям, будто вы сделали домашнее задание, на самом деле нет, как это называется? Ложь! А если папа попросит вас помыть посуду, а вы не помоете, как это называется? Непослушание! Если вы возьмете вещь, которая вам не принадлежит, как это называется? Воровство! А теперь мой последний вопрос. Если взять вместе ложь, непослушание, воровство, это примеры чего? Чего-то плохого! Греха! Грех – это любая мысль и поведение, которые не угодны Богу и идут вразрез с Его Словом. Пару минут мы перечисляли грехи и вспоминали, что это такое, и готовы читать сегодняшний суперстих. 1 Иоанна, глава 5, стих 18 говорит: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Каждый грешит, даже христиане. Однако, этот стих напоминает, когда люди верят, что Иисус умер на кресте, воскрес и принимают Его как своего Спасителя, они становятся Божьими детьми. Это значит, мы перестаем грешить? Нет. Дьявол будет стараться подговорить нас на ложь, непослушание, воровство и всякое такое. Но теперь мы дети Божьи, Его сила помогает нам противостоять сатане. Бог помогает различать правильное от ошибочного. Но если мы ошибаемся, то всегда можем попросить у Бога прощения и не грешить снова. Итак, отвернитесь от греха и следуйте за Богом сегодня же. Узнайте, что правильно, а что нет, в библейском приложении «Суперкнига». В нем есть игры и бесплатные серии мультика. Не забудьте лайкнуть и подписаться. До встречи, друзья!